У ефірі програма «Новини регіону». В студії Олена Мельщенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Медалем за вырученное житие угонорована старшиня Чавузского райвыконкама. Супрацовництво на будущее. Могилевскую область наведал надзвичайный полномочный посол Молдовы у Республики Беларусь. Спецпремию Могилевского гарвыконкама «Досягнение» уручить 28 червня. Больше подробязно про одного из ее лауреатов. Далее у выпуску. Старшиня Чаўскага райвыканкама Сергей Драздовский указом президента Беларуси узнагароджаны медалем за выратаванное житё. Нагадаем, у студені гэтага года вёсцы Галузы старшиня райвыканкама выратаваў человека с дома, які гарыл. У гэтым яму дапамог участковы инспектор милиции Чаўскага РАУС Александр Барсуков. Паводле указа дзяржаўных узнагарод таксама удостоены яшчэ 57 человек, прадстаўнікоў розных сфер дзейнасці. Для супрацовництва есть великие резервы. Надзвычайный полномочный посол Молдовы Виктор Сарачан встретился с керовником Могилевской области Владимиром Доманевским. Обмярковывали разные темы, але приоритет надали экономичному и гандлевому супрацовництву помеж регионами. Дарэчы, Молдова для Могилёвшчыны один из надейных партнеров. Гэта краина занимает четвертую позицию по экспорте и товарообороте после России, Украины и Казахстана. Сёлета темпы росту импорта с Молдовой склали 218%. Есть идея открытия торгового, вернее, не торгового, а комбината детского питания в Могилеве или в области Могилевской. Это имеется в виду поставка продукции овощной или фруктовой в Беларусь и производство здесь. У нас есть давние связи по поставке семян кукурузы, и мы сегодня эту тему обсудили. Это очень серьезная тема. Мы поставляем туда лифты, поставляем наши древесно-стружечные плиты, продукцию химволокно, тракторы. И сегодня с послом говорили, опять же, не только о каком-то товарообмене, торговле, но и создании каких-то кооперационных, установлении кооперационных связей и созданию каких-то совместных предприятий и на территории Могилевской области, и на территории Молдовы. Чэрыкаў сёлета двойчы прызнаны самым добраўпарадкаваным горадам. Так, да канца месяца тут атрымаюць грашовую ўзнагароду за перамогу ў рэспубліканскім конкурсе па санітарным стане, прыгажосці і утульнасці. Чэрыкаў стаў лідарам у катэгорыі гарады і гарадскія пасёлкі з насельніцтвам да 10 тысяч жыхароў. І падзяліў першае месца з гарадамі Сенна Віцебскай вобласці на роле і Тураў Гомельскай вобласці. Таксама Чэрыкаў заваяваў першае месца ў падобным абласным конкурсе. Агульную прэмію плануюць накіраваць на стварэнне зоны адпачынку каля Дома культуры. Першае месца і не першы раз. Гэта стала магчыма дзякуючы дэвізу, які абралі для сябе мясцовыя ўлады. Маўляў, гарадок павінны выглядаць прыгожым заўсёды. Так, утульнасць у Чэрыкаве ствараюць не толькі камунальнікі. Справу падтрымліваюць жыхары, арганізацыі і прадпрыемствы. За 2016 год было использовано более 2,5 миллионов рублей, в том числе средства предприятия Чэрыкаўскага жылкамунхоза – около миллиона рублей. У конкурсе города оценивались по многих критериях. Добропорядкование – это не только шестиня и парадок. Уличивали якость дорожного покрытия, уличного осветления и озеленения городских территорий. Мела значэнне дастатковасць гульнявога інвентару ў жылых мікрараёнах, добраўпарадкаванне паркаў адпачынку і прыпынкаў. І нават тое, як арганізаваны збор смецця, напрыклад, на балансе камунальнага прадпрыемства Чэрыкава 190 контейнерных пляцовак, чвэрць з іх для паасобнага збору адходаў. В этом году планируется дополнительно обустроить еще 8 контейнерных площадок для раздельного сбора отходов, вторичных ресурсов. Но это помогает вот город сделать самым чистым? Положительно относятся жители, да, приносят нам сдавать вторсырье. И также уже меньше, как вы видите, контейнерных площадок загружено вторичными ресурсами, которыми именно собираются в отдельные контейнера, специализированные. Кожны з гарадоў-пераможцаў рэспубліканскага конкурсу атрымае прэмію ў 1500 базавых велічынь. За абласную перамогу яшчэ 2000 базавых велічынь. Па умовах конкурсу 70% гэтай сумы неабходна накіраваць на добраўпарадкаванне. Прыятна пахадзіць, паркі красивыя, цветочкі, это всегда вот прыятна, когда красиво, когда люди ухаживаюць. Прыятна падзяржую. Што ещё сказаць? І наш как-то город обновился, помолодел. Павел Савіцкі, Катерина Гарадніцкая, Віталь Алексеенко. Новини регіона.
Бабруйскія трактарабудаўнікі здзівілі наведвальнікаў найбуйнейшай сельскагаспадарчай выставы «Белагра-2017». Мадэльны рад дазваляе задзейнічаць гэтую тэхніку ва ўмовах літаральна ад Арктыкі да экватара. Пра тое, што вынайшлі бабруйскія канструктары гэтым разам. Ангеліна Дзікун. Трактора «Беларусь-421» сегодня называют самым надежным. Аграры десятка краин света выбирают эту технику у Бобруйского завода. Так, сегодня у сборочном цеху собирают модель для Сахалина. Сошел с конвейера трактор «Беларусь-451», который готов работать в любых климатичных условиях. Идею створения продиктовали клиенты среднеазиатского рынка. У них было требование это модернизировать 421 трактор, сделать на нем металлическую облицовку капота, металлические крылья, максимально упростить его для того, чтобы он выполнял свои функции на обрабатываемых полях и на всех условиях агрегатирования. То есть прицепы, фрезы, культиваторы. Трактарабудаўнікі кажуть, что цалком ориентованы на клиентов. Мауляу, потребен им кабриолет, значит, будет без даху. Так что с года в год колькость краин заказчиков расте. За этот год мы отгрузили первые трактора в Бангладеш. Попали с 50 тракторов, ушла с ним волновеска. Отгрузили три трактора первых, фактически, ну, три первых трактора в Грецию отгрузили. Значит, возобновили поставки мы в этом году в Никарагуа. Новую партию отгрузили в Доминиканскую республику. Значит, сейчас ведем переговоры с рядом африканских стран по поставке нашей техники. Сегодня для Вьетнама, Пакистана и Камбоджи завод тракторных деталей и агрегатов уносит незначные изменения у модели трактора у «Беларусь-310» и «410». У их гэтак же будет металличное облицование и минимализм у оснастцы для полегчения конструкции и потонения кошту, как потребуют замежные партнеры. Ангелина Дзікун, Иван Баравы, новини региона с Бобруйска. Червеня ровно у 4 часа раницы на мемориальном комплексе «Буйницкое поле» пройдет молодежно-патриотичная акция «Звон смутку». 22 червеня, у день усенародной памяти ахвяр Великой Айчиной войны, представники молодежных организаций громадскости запрошают у всех необаяковых на легендарное Буйницкое поле. Литерально с первыми промнями солнца у 4 часа подчас митинга реквима тут ушануют память у всех, кто загинул за свободу родимы. Як поведомили у отделе экономики гарвыканкама, каб могилевчане без проблем могли добраться до места проведения акции «Звон смутку», додатково будут уведены 3 рейса автобусов. Так, с 2:45 до 4:45 автобус номер 1 будет рухаться с микрорайона Казимировка до мемориального комплекса «Буйницкое поле» и назад. У гэты ж перыяд автобусы номер 2 и 3 будут рухаться с улицы Кулибина и Любушского лесопарку отповедно. 3 липеня – головное свято краины, День независимости Республики Беларусь. Запрошаем на концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь Оркестра народных инструментов имя Леонида Иванова. Початок о 19:00 на площади Славы. У 20:30 у всех могилевчан и гостей города чакая святочная шоу-программа «Наша земля, наша родима Беларусь». У телу ей примусь лепшие творчие коллективы Могилева и Бобруйска, солисты Национального академичного Великого театра оперы и балета Республики Беларусь Анастасия Москвина и Владимир Петров, лауреат специальной премии имя Владимира Мулявина на Международном фестивале мастерства «Славянский базар» у Витебску Мария Василевская. Знакомитый белорусский гурт «Тяни толкай», а так само зорки российской эстрады Олег Газманов, Алексей Воробьев и гурт «Френды». У рамках свята на площади Славы пройдет республиканская акция «Спяем гимн разом» и святочный фейерверк «Салют». Приходите святковать разом. Подробности на сайте mogfil.by. Новые методики у хирургичной панкреатологии, операции под ультрагуковой навигацией и интраоперационная диагностика. Хирургичное отделение Могилевской больницы номер 1 стало пионером на Могилевщине по укоронению самых передовых методов и операций. За такую деятельность загадчик отделения установа названы лауреатом специальной премии Могилевского гарвыканкама «Досягнення».
Гэтай пациентцы робяць малаинвазивную операцию под ультрагуковой навигацией. С такими операциями кольки год тому Могилевская больница номер один была пионером в области. Теперь такие умешальництва одни из самых запотребованных для пациентов в области с разной патологией. Яны мало травматичны и приносят добрый экономичный эффект. И не надто складаные, говорит загадчик хирургичного отделения Дмитрий Сорокин. Щодня он проводит 2-3 операции разного характера. Самая сложная операция, которую я выполнял в своей жизни, это панкреатодуоденальная резекция. Это операция, которая выполняется при доброкачественных или злокачественных новообразованиях головки поджелудочной железы. Это действительно сложная, напряженная, очень длительная и ответственная операция. Дмитрий Сорокин працюе у Могилевской больнице номер один более за 20 год. За гэты час створил команду специалистов, с якой и здолели укоронить передовые методики. У хирургичной панкреатологии, интраоперационной диагностицы. Нигде в области, кроме этой установы, не проводить лапароскопичное ультрагуковое доследование. На сегодняшний день хирургия – это не отрасль работы одного человека. Без команды, без единомышленников, без тех специалистов, которые нацелены на какой-то общий результат и одержимы основной идеей хирургической, это какая идея? Внедрение новых, сложных, интересных операций, которые помогают нашим пациентам. Без этого, конечно, состояться хирургу, заведующему отделению, наверное, очень сложно. 28 червеня Дмитрий Сорокин у лику інших могилевчан, якія зрабілі адметны унёсак у развіццё Могилёвай вобласці, атрымае спецыяльную прэмію Могилёўскага гарвыканкама дасягнення. Крыстіна Кранкевіч, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна. Першыя ў жыцці падарункі распашонкі з нацыянальным арнаментам атрымалі новарожаныя гарадскога радзільнага дома Магілёва. Такі прыемны сюрпрыз немаўляты іх матулі атрымалі ад валанцёраў БРСМ і руху «Добрае сэрца». Пусть ваш ребенок растет здоровым, крепким, на радость своим родителям, ну и, конечно же, достойным гражданином своей страны. Спасибо огромное, очень приятно. Гости завітали якраз после кормления. Малыши спокойные и мати задоволенные. Вышиванка – это своеобразный шифр, послание от предков, які повинен оховывать, тлумачить волонтеры. И коли тебе усяго только несколько дзён, это вельми важно. Это символ солнца, он означает как возрождение. И чтобы у вашего ребеночка все было хорошо, чтобы он здоровеньким раз. Спасибо большое. Мне вот действительно это очень понравилось. Как все-таки так и ну, в условиях все-таки стресса и так далее, положительные эмоции, все-таки это очень-очень приятно. Очень красивая вышивка на них. Я думаю, в нашем гардеробе она будет появляться. Таких распашонок хопить на усих. Активисты БРСМ и волонтеры руху «Доброе сердце» набыли их за уластные сродки и нанесли национальный орнамент. Администрация больницы запевнивая, таких подарунков спотребится шмат. За апошний год у роддоме народилось 3500 немаулят. Количество родов у нас не уменьшилось. Проводится реконструкция родильного дома, в частности, блок Б идет под реконструкцию. По его окончании будет реконструирован весь родильный дом. До 3 липеня волонтеры обещают наведать усе родильные домы. Распашонки отрымают сотни немаулят. Олеся Рыбалка, новины региона. Пераможцей командного заліку областных спаборництв по водном туризме стала сборная завода Могилёв «Лифтмаш». Гэты турнир проходил на живописном березе Друці. Змагаліся 10 команд Могилёвшины. Гэта сборная предприемств, организаций и просто семьи, которые давно вызначилися со своим хобби и стали туристами-водниками. У программу включили усе виды плаусродков, якія выкарыстоўваюцца у водным туризме. Кожная команда выводила на дистанцию каяк, байдарку и катамаран. На спаборництвах моделировалася ситуация переворота кожной лодки и суместное выратаванне. Умовы для экипажа наближенные до реальных, як у сапраўдным подорожжы. На дистанциях для туристов-водников галоўнае хуткасть и добрый маневр. Инакш проиграешь. Например, згодно с гэтым заданием, треба было пройти праз вузенькие воротцы и не закрануть их, а после повторить это еще и задом наперед. Течение Друці у этой справе не помощник. Однако некоторые удельники спаборництва поспели продемонстрировать и додатковые умения. У финале подводили не индивидуальные, а командные выники. Пераможцей командного залику областных спаборництва по водным туризме стала сборная завода «Могилёв-Лифтмаш».
Еще больше интересных новин на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюсь. До встречи.